Введение в строй в середине июля 2015 года свиноводческого комплекса в Пинском районе стало событием поистине республиканского масштаба. Заказчиком масштабного проекта выступил Пинский комбинат хлебопродуктов, а спонсором – открытое акционерное общество «Беларусь-Калий». На строительстве одного из лучших в стране свиноводческих комплексов строителями освоено около 350 миллиардов рублей. И строителям генподрядной организации «Пинсовхозстрой» пришлось здорово потрудиться, чтобы качественно и быстро построить важный уникальный объект. Вложенные в строительство комплекса средства начнут окупаться уже в конце этого года. По всем меркам понадобится не так много времени, чтобы комплекс вышел на проектную мощность 24 тысячи голов и 3 тысячи тонн мяса в год. Сегодня свинокомплекс Бакиничи работает по четко разработанному плану. На сегодняшний день на комплексе закуплено 1323 свиноматки и 8 голов хряков. Осталось закупить нам 77 голов свиноматок и 4 головы хряка. Работает у нас на комплексе на сегодня 24 человека, не считая охраны. Значит, поголовье на 1 апреля 2016 года составляет уже 5585 голов. Из них 2300 голов поросят под свиноматками и 1800 голов поросят отъемышей. Воспроизводство и откорм ведутся по датской технологии. Практически все работы автоматизированы. Специалисты свое дело знают и четко выполняют все рекомендации и соблюдают тонкости технологии. Технологический процесс нового комплекса построен так, что при точном неукоснительном его соблюдении уже через год здесь должны получать свинину. Привес среднесуточный у нас на апрель месяц составил 230 грамм на поросятах под свиноматками, 450 грамм на поросятах отъемышах и 650 грамм на ремонтных свиноматках. Комплекс работает ритмично и скоро даст экономический эффект и выйдет на проектную мощность. Планируется перевести к концу апреля уже на 400 голов поросят на ферму Бакиничи на откорм. И к концу апреля ферма репродуктор у нас уже будет заполнена.